А, ты пес-то точно, нам же там еще пес какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Так. Подожди ты, дай мне тебя завалить. Пицца. Это было поразительно, дитя. Ты дважды герой, каким я был когда-то, или мог быть. Даже наши воины не пройдут, войско слишком рассредоточено, и у нас большие потери. Мы с Киданом будем до последнего защищать ворота, но Байл практически пуст. Иди туда, найди Гэтфло, покончи с этим. О, сюда. Да-да-да, я понял. Лучше тебе сдаться прямо сейчас. Да-да-да, все, теперь внимание. Перевесь внимание. Так, давайте-ка мы вот так вот сейчас сделаем. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Kingdoms of Amalur: Redeconing. В прошлой серии мы дошли почти до самого... Не знаю даже до чего, до дома возмездия. Ну, короче, где сидит эта падла. А вот, и я так понимаю, что там нам надо было сейчас всех завалить. Вот, единственное, что у нас осталось задание. Я все, ребят, все перепробовал в этом чертовом Канни Рейне. Нифига, короче, этот чувак просто задание не дает. Поэтому единственный вариант попробовать выполнить все задание, потом сюда вернуться. Больше вообще идей нет, потому что я, честно сказать, перепробовал все. Так, давайте троллей выпустим. А, подожди, а где? А как его выпустить? О, нифига. Вот это кайф. Интересно, он урон получает или нет? Ну, в смысле, считается вообще за урон-то? О, какой кайф-то, а? Ну, по идее, у него хелов очень много. А, тупица. Если сейчас завалим, то вообще красота. Потом открыть бы. О, забесился. Фишка в том, что, может быть, ему под этим урон не наносится. То есть мы показываем, что мы урон наносим. На самом деле урон не наносится. Что-нибудь типа такого. Потому что хп его не вижу. Мне кажется, мы его бы уже 100 раз бы завалили, да? Блин, он точно бессмертный. Блин, мы 100% его уже завалили бы. Где этот крюк-то у него, который выпускает его? Вот здесь вот был он. А здесь? А, во, убийца. Так, ну-ка. Сейчас, прикинь, у него 2 хп. Блин, так и есть. Ха-ха-ха, интересно. Интересно вот это, что за дерьмо? Ай, блин. Интересно, у него действительно 2 хп осталось? Либо это сработало, что он бессмертен в этой штуке, да? И мы просто, как бы, урон нанесли ему. Блин, пипец. Ой. Да, вот такого бывает. Что поделать? Бывает. Так, давайте этого тогда тоже. Давай сейчас попробуем немножко урон понаносим. Понаносим. Могу пробраться? А кто там еще? Какой-то этот залетный. Воин Туата. Кстати, можно сейчас действительно этого выпустить, лоботряса, и посмотреть, сколько у него хп. Ну-ка. Блин, непонятно. Неужели я так мало урона нанес, действительно? Не поверю. Давай, беги. Так, все, готовченко. Так, что у нас там по... Ой, надо уже скоро будет бежать. Так, ладно.
Блин, обидно, конечно, вот этот вот гештальт останется, да, вот этот чертов, блин, по заданиям, что мы задание одно не выполнили. Но тут, к сожалению, я уже не этот самый. Ничего не могу сделать. Ты. Так, 28 урона. Кстати говоря, на ловкость, да. Ну, блин, нам нельзя менять. Нам нельзя менять, потому что... Хотя, с другой стороны, способностям к ловкости, может быть, нам и не особо-то и нужны... Потому что у нас максимум может быть уже. На, кстати говоря, проверить сейчас. Так, сапоги. Ну, у нас просто зверские сапоги. Просто пипец. Так, давайте глянем. Ловкость у нас сейчас максимальная. 8, да? Давайте сейчас один сет снимем. Так, оденем какой-нибудь вот этот вот кристальный шлем. Плюс 10. Капюшон смотрителя. Так, подожди, а у нас компьютер не добавляет? Нет, не добавляет. Так, сейчас если 8 останется, то... А, так 8 у нас максимально, без этого даже. Без сета. Ну, так обалдеть. Тогда норм. Получается, у нас еще плюс 10% яда добавило, да? И по сути у нас... Да, у нас 2 способности к ловкости, но она вообще не работает у нас, поэтому нормально. Здесь можно даже, по сути, и сопротивляемость кровотечению тоже убирать. То есть, кирасы все вот эти вот. То есть, можно, по сути, это можно, наверное, что-то и подобрать, черт его знает. В общем, ладно, пока так оставим тогда. Потому что шлемак у нас тут есть очень хороший. Вот, и он, может быть, полезен будет. Так, надо обязательно... Призмерную чашу зайти. Я в прошлой серии мимо нее пробежал. Вот, но перед этим, перед самым главным боем, я думаю, все-таки надо зайти туда и все вот эти вот заодно. Смотри-ка, эти лоботрясы-то сами тут прошли. Ой, боже мой. Мне кажется, сейчас еще и этот. Давай. Зараза. Есть. Вот этот братан что-то наш погиб. Где-то здесь вот. Надо еще бы шмотки все разобрать будет, да? Так, давай-ка, наверное, ну-ка, мы сможем? А, мы не сможем, надо открыть. Сейчас мы ее откроем, потом тогда телепортнемся. Где я вроде ее открывал, не? Во, призмерская чаша. Во, сейчас можно. Так, давайте сейчас портальнусь тогда, разберусь и вернусь туда. Так, в общем, прошло же, не представляете, целый день. Фига, у меня маска такая крутая. Целый день. Вот, и на следующий день я уже записываю. Вот так вот я долго разбирал. В общем, смотрите, я тут поразбирался с этими, с... Короче, с оружием все поразбирал и создал вот такую себе чакры болвана на 233 урона. Здесь 25% ядом еще. В общем, вообще кайф. Вот, и хотел еще сделать вспомогательное оружие, скрафтить себе эти, как там, кинжалы эльфа, но там что-то не это самое, не сложилось, так что пока с клинками задница побегом, там что-то какой-то урон слабенький. Но все-таки я так понимаю, что у нас сейчас будет финаль, ну не сейчас, наверное, в серии, может, еще одна, две, вот, и там уже дальше двинем, поэтому как бы решил сделать уже их, ладно, фиксим. Еще сейчас изменения еще покажу. Блин, пипец, я даже не помню, на чем вчера остановился. В общем, смотрите, броню я еще, капюшон смотрителя, это я вроде показывал, да. Еще взял, смотрите, набедренники из змеиной кожи. Мы можем смело вот это вот набедренники из китайца снять, потому что у нас бонус будет на 2 предмета действовать, урон ядом. А сопротивляемость кровотечению, это просто смех, вот. Поэтому я думаю, что мы вот это вот оденем, потому что здесь, смотрите, эти же... Ну, здесь 20, но сопротивление яда, он тоже самое, плюс-минус. Но здесь вероятность крита, урон крита и 15 урон ядом. Просто обалденно, поэтому ну, вот так вот одеваем. И у нас остается здесь 15 урона ядом, здесь 15. Еще 25 с этих, как их, ну, с чакрамов. Вот, и здесь, в общем, сейчас у нас урон ядом просто вырос, наверное, раза в 2, блин. Вот, поэтому я думаю, что... Так, сколько... все, видите, 49. Прям красота. Ладно, все, тогда чешем обратно. Обратно это куда? Обратно это сюда. Вот, и я так понимаю, сейчас будет главный замок. Наверное, там надо будет сражаться с этим. Скорее всего, драться, наверное, не в этой серии будем, но... Что-то уже близко.
Так, все, вот эти автостолопы прибежали. У нас что тут еще осталось? Все, вроде как мы тут осмотрели. Ну, вот эти уж не буду забирать, фиг с ними. Агарта, ты что, тупица? А что, агарт там стоит? Подожди, а что такое? Что с агартом? А он бежит, да? А, он бежит. Нормально. Так, сейчас тогда. А, вот он, мерзавец. Давай беги, старик, блин. Может, это то самое место? Уж, конечно. Так, ага, вот и все. Специально его подождали? Так, ну давайте. Посмотрим. Так. Вперед, мы вообще уцели. Ух, тут прям, подожди, тут, подождите, тут сундук. А, кстати, полароиды вызывай сразу. Вот так. Так, ну-ка давайте-ка. О, какая красотища тут, обалдеть. Просто цитадель ледяной короны, честно слово. Так, надо будет сразу вот этих столопов. Жрецов Туата. Так, знаете, что я сделаю? Вот так вот, наверное, сейчас сделаю. Больно уж у вас тут много набежало. Да куда ты бьешь-то, осел, тупорылый? А, это вообще наш, блин, пипец. Это наш братан-то. А я в него стреляю. А, хоть кого-нибудь успеть. Хоть кого-нибудь успеть завалить. Ну ладно, опыт тут не важен. Кстати, теперь что-то как-то хреново пробиваться. Просто опыта мы не получим. Вот, но, возможно... Блин, кстати, что-то это перестало падать. Судьба-то эта сраная. Где моя судьба, черт возьми, что такое? Как, растища, да? Прям просто цитадель ледяной короны, мама мия. Так, ну давайте. Может быть, кстати говоря, и уже и близко все. Так, у нас тут какие-то проходы, но эти остолопы прям ломят напролом. Ой, призмерская пыль. Это я заберу. Не найдено, да как не найдено-то? Кстати, может тут везде призмерская пыль? Блин, тут везде призмера. Нет, не везде. Подожди, а чё это эти тут сидят? Так, нам бы надо магов бы. Да и чё-то и нет. Да кто там ещё в меня пульнул туда? Наши братаны-то там не подохнут, надеюсь. Там чё, подождут? Всё? Тут надо все собрать. Во, нифига себе, убивающая ручка. Вот это безупречно. Вот, я хотел вот такой сделать на кинжал. Но в купе у меня все получилось что-то какое-то говно там. 160 вроде урона, что-то такое. А у текущих вот у этих вот, там что-то 200 вроде. В общем, что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и вообще, я, короче, не согласен. Так, владыка Туата, меня интересуют вот эти вот помещения. Тут-то что? То мы сейчас пробежим все тут везде, так сказать, и не заглянем. Тут много всякого интересного. Вы видите, безупречно что-то там. О, жрец Туата, надо уводить быстрее. Тихо там. Заряжаю тут что-то там. Фига мы... Ой, кто-то подлетел, нифига себе. Смотрите, у нас вот этой вечно забываю, судьбы-то уже прям этот почти надолбили, обалдеть. Так. Сейчас все соберем, ребятушки. Все собрать надо, все собрать. Мне кажется, это не основные. Вот, поэтому мы можем все собрать тут, а потом уже к этим остолопам бежать. Они, видите, что-то торчат тут. Я так понимаю, тут главный проход, а вот эти вот все можно. Ну, короче, чтобы обратно потом не бежать, давайте сразу все одновременно тут осмотрим. Так, маги. Где маги? Владыка. Плата фанатик. Ладно. Пойдет. А вот, кстати, владыка-то это этот. Как раз он и есть. Сейчас, прикиньте там этого агарта, вот этих всех, вот все эту шушеру. Завалят, и все, игра типа завалена. Провален главный квест. Ха-ха-ха, Агарта там завалили. Вы не уследили типа за ними, и все дела.
Вот это вот это да, вот это да. Ну тут прям что-то должно быть прям вообще офигенское. Потому что я прям зашел сюда, знаете, так. Основной квест меня, можно сказать, уже ждет. Вот уже, типа, прям иди. Вот, и тут прям я заглянул сюда. Я думаю, что тут должно такое быть тут. По крайней мере, хотя бы призмерские кристаллы. Реагенты не обнаружены. Как такое возможно-то? У меня же полная нет алхимия. Алхимия полная. Блин, пипец, уже который раз. Может, это из-за того, что я типа 40 уровень? Ну, это уж вообще бред. Так, вот видите, здесь у нас целый пучок. Не исследованного места. Много чего интересного мы здесь нашли. Поэтому давайте сейчас тогда по образу и подобию в соседнюю там, так сказать, купель заглянем. Посмотрим, что там такое. Блин, кристалл, конечно, красотища тут. Сделана, конечно, красота. Так, ну-ка давайте. Жалко, мы опыта, конечно, не получаем. Вот это свербит, но, по крайней мере, хотя бы точно знаем, что если дальше пройдем, то опыт будем получать. Вот, то есть это самая минималка, когда мы не можем получать опыт. Дальше уже, если бы дальше пошли еще основные эти, то у меня бы вообще горела бы задница. Потому что основной сюжет не прошел, там типа до 50 уровня. Ой, подожди, а мы... Ой-ой-ой. А, не, нормально. Я уж думал этот. Думал этот. Головарь сидит. Ой, вот этого говна надо. Это надо говно побыть побыстрее, самый первый. Так. Пес его знает. Вот качаем яд. Не шибко много и урон там наносит, да, что-то? Ну ладно. Будем верны. Ой-ой-ой. А я так понимаю, тут можно сейчас пройти. Ну сейчас, к нашим лоботрясам, так сразу и пройдем, замечательно. А, не, нифига. Я думал, типа там все это самое совмещено. Василёк, ха-ха! Пипец, ты что, издеваешься? Тусклый осколок. Все, у меня, короче, претензии. Ой, накопилась целая гора к этому замку сраному. Просто ужас. Так, подожди, где-то... А, это этот. Кстати, нам тут дают прям сделаться банки с ХП, я так понимаю, да? У нас так-то много их. Я думаю, что хватит. Так, это какие-то специальные? Небоцвет. Давайте соберем, что-то он прям здесь один. Кто-то его знает, может быть, он какой-то редкий. Кто-то его знает. Ладно, все. Го по основному. Посмотрим, что нас там ждет. Смертный встал у вас на пути, да-да-да. Давай, подходи. Отлично. Все никак, кстати говоря. Не могу запомнить, что на пятерочку у нас еще яд большой разбрызгивает этой бомбой. Вот, тоже этим надо пользоваться. Понавыбегали, в смысле. Одного побить, другого побить. Готовченко. Ну, без кого даже не будет. Так, ладно, все, побежали. Нас уже ждут, не дождутся. Друганы-то наши. На, ну чё, заблудились-то? Это самое место. Да, подойди поближе, принеси мне твою ярость. А, кто-нибудь будет со мной-то драться? Все что-то там разбежались, блин, пипец. Эти валят. Про тебе сгинуть смертно, да-да-да. Тебя забыли спросить. О, какой-то именной. Фига там агарт-то навешивал.
Так, мне вот это вот дайте собрать. Спасибо большое. А все-таки нормально, все-таки собирать. Я уже побоялся, думал, может этот сломалось. С тем, чтобы это было раньше 40-й-то взяли. Да какая мана-то? Зачем мне мана? Лучше хп дайте. Так, где-то тут еще. Ага, вот еще один. Так, что-то эти опять там заблудились. Крутятся, крутятся. Ну, конечно, главного босса игры охраняют тут просто 15 эльфов. Это смех, конечно. Я думал, тут сейчас реально армии будут. 22,5 эльфа охраняют. Нормально. Ой, я понял, понял. Фига, у меня брони-то вообще не пробивают. Ну, вот это, конечно, хилит меня, братан наш. Вообще, просто офигеть. Просто на фул хп. На! И все. Так, что-то пацанов-то наших все меньше и меньше. Или мне кажется? Вроде мы там бежали-то втроем, а что-то один уже дерется. Ряды редеют, черт возьми. Чего там с кем справиться не можете, тупица. Так, ну вот Агард. И второй. А где третий? Отряд не заметил потери бойца, блин. Пипец. Подожди, деваха же должна быть еще с мечом, да? Походу я проворонил ее. Ой, пипец. Вы пришли сюда только, даже не успел договорить. Так, давай-ка вот так. Тут особо не упендриваться. И вот по два удара оказывается всем. Так, ладно, давай, там уже некогда. Ой-ой-ой, а что не показываться? Что-то не показывают. Ну ладно, пойдет. Это весь потенциальный опыт. Да-да-да, ты прав, от судьбы не убежать, точно. Фига, это ты придурок, откуда ты? Ну-ка давай-ка. А вот так вот мы тебя. Сейчас, ну яд, по идее, 14. Вот непонятно, что там урон по яду. Типа красный это, по идее, прямой урон получается. Чё? Так, хрен отличишь, где там ядом урон, где этот. Так, Агард, смотрите, крыса стоит вдалеке и смотрит. Офигеть. Вот, опять нам дают. Правда, все растения не те. То есть это не для банок. ХП, блин, пипец. Так. Подождите, давайте-ка, наверное. Давайте-ка сделаем искусные зелья. А зелья судьбы мы не можем. Эссенции судьбы не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая жаль. А нам сейчас везде эта эссенция-то нужна, обалдеть. Да, вот тогда извините, пожалуйста, пока нет самое. Так, нашего братана завалили. Долго мы? О, недолго. Ох, красота. Ну все, держись. О, это вы как плохо встали, вернее, как хорошо встали в замкнутом пространстве. Это просто несказанно. Посмотрите, а. Обалдеть. О, тупица, не испортил. Такие удары. Так, давайте собрать. Просто 2,5 туата охраняют главного босса, нормас. Интересно, это Кирнак-то, Карнак-то, она будет вообще, и, типа, мы... Или мы будем сражаться с этим, остолопом? Так, подожди-ка. Там чья-то рожа. Сейчас сохранюсь отдельно, чтобы... А, это пёс-то точно, нам же там ещё пёс какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Так.
Подожди ты, дай мне тебя завалить. Пицца. А, подожди, завалить, у меня же... Ой-ой-ой, нифига себе. Я все этот хотел... Как там ее? Судьбу эту чертову включить. А у меня она и не включена. Нормас. Так, ладно, сейчас мы его быстренько... Так, это наставим на какое-то зверство. Давай сейчас быстренько тогда навключаем всякого говна. Так, что-нибудь меткости пока ставим. Вот это, и миноров у нас нет, да? Ну, на 25 поменьше урона. Да, давай, сейчас должен улететь. Так, Фаргота у нас, этого нашего, завалили только так, да? А, ух, хп это было. Ой, воу-воу-воу! Извините, пожалуйста, вот это очень мощный удар. Надо было его заявить. Что он такое? Да, он улетел. Ой-ой-ой. Блин, столько опыта вылезает. Просто кошмар. Фига, братан-то наш. Завалил этого. Агат, конечно, молодец. Танкует, но он не горюй. Фу, нормально. Мужик, отпусти меня. Иди с Агартом, дерись. Опять там кого-то вызывают. Он повернулся. Так, все, завалили. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это больно. Фига себе. Да все, сдохни уже. Хелов нет почти. Все, очередная победа. Дай мне залутать тебя. Ууу, нифига себе. Воздаяние. Блин, этого нет, да? Это было поразительно, дитя. Ты дважды герой, каким я был когда-то. Или мог быть. Даже наши воины не пройдут. Войско слишком рассредоточено, и у нас большие потери. Мы с Кидана будем до последнего защищать ворота, но Байл практически пуст. Иди туда, найди Гэтфло, покончи с этим. О, сюда. Я полагаю, что это прощание. Я скоро вернусь. Хороший план. Я обещаю тебе не умирать, если и ты не умрешь. Только обязательно останови Гетфло. Сделай это, и мы с тобой еще будем рассказывать о своих победах за рюмочкой у теплого уютного очага. Поверь мне, я ткач судьбы. Ага. Это, пацаны, ткач судьбы. Черт бы его побрал. Так, наверное, мне все собрать тут надо. Так, стал какие-то эти штуки на нас тут нападали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. 15 весь урон, сопротивление яду. Блин, прикольно. Но считай, что мы убираем, да? 20 к криту добавляем. Ну, по сути, да, шил на мыло меня. То есть у нас бонус теряется. Вот сейчас бы сапоги-то, да? Ну ладно, так, возьмем пока. Так, мне интересно, что вот в этих сейчас будет. В сундучках. Они прям перед боссом. О. А, кстати, ну у нас... А, нет, нет. Так, ну говно. Давай сюда. Это было тяжело. Так, давайте глянем, что там такое. Шлем гнева, это сила, отмщение тоже туда же. Так, воздаяние, да что все на силу-то, пипец. Посмотри, все на силу, пипец. Зачем мне сила? Все на силу дали, вот тупица. Блин, как-нибудь хотя бы смотрели, какой спектр, да, то падало.
Ты идиотизм. Так, у нас, да, у нас еще нормально. Так, ну все получается, я так понимаю, войти в Бейл. А в Бейле у нас там еще 20 миллиардов поворотов всяких, я так понимаю, вот, да? Вот, из Гетфло мы, может быть, даже еще в следующей серии будем. Черт его знает, сколько там еще ждать. А может быть, час прям тут. Блин, просышь. Жалко, остался этот, конечно. Очень жаль. Так. Какая поп... А, ну все, нормально, сработает. Блин. Случайно нажал. Ну и 40% точно не сработает. Очень надеюсь, что в дополнение вот этот призмер весь пригодится. Вернее, он и тут, конечно, пригодится, но тем не менее. Так, давайте-ка сделаем сохранение. Тут было прямо перед этим. Вот так вот. Отдельное. Так, и... Ох, да. Все, там финальная битва. Смотрите, цитадель ледяной короны. Просто обалдеть. Давай сразу лоботряса вызовем. Ну давай, готовь жепу. Ой, нифига он тут кастует. О, это Эли Ширк, здорово. Приношу свои искренние извинения за то, что не смогла присоединиться к битве. Витридио был тот еще фрукт. А, ты убил Витридио? Он напал на меня, это был лишь вопрос времени, когда его жадность возьмет над ним верх. Что-то нечисто тут. Чем ближе мы подходим к Байлу, тем больше он становился одержим Тирнак, и тем, чего можно находиться в ее силах. Господи, совсем как Гетфлоу. Вот почему ее пришлось остановить, и почему нам нужно поговорить о нашем задании. Блин, а не это Тирнак-то? Что-то она как-то стрёмно, меня уже страшно. В нашем задании ты предала меня. Вот, давай вот это вот. Сейчас самое время рассказать. Я не всегда был уверен, что тебе можно доверять. Смерть превратила тебя в совершенно новую личность. У нас нет времени, я все объясню по дороге. Вот стопудово это Тирнак, я вот отвечаю. Прикиньте. Вот это поворот. Вот это поворот. А, вот тут надо вон носить, да? А, нет, нифига. Так, ладно. А она-то будет что-нибудь мне говорить? Кто, где? Ой, а чё, где слабенький? Или это я такой сильный? Чё? С двух ударов. Так, подожди, где здесь? Ага, это обычный полировочный. Гляньте, кто пришел. Крыса, ой-ой-ой. Это же не Гетфлоу. Что-то как-то быстренько я с двух ударов там этих остоловок завалил, обалдеть. Надеюсь, Эллен Шир мне ничего не говорит. Потому что я, черт возьми, не слышу из этой болтовни. А, я вспомнил, еще забыл одну эту пройти. Надо было потом вернуться. Вот эту-то я забыл. Шахту-то, во. Призмерная чаша-то, блин, я туда и забыл зайти. Он потом на обратном пути подойдет. А вот здесь весь призмер собирать. Офигеть его. Собирался бы еще получше. Ну кто? Кто? Ну кто? Где? Чё? Чё такое? Почему они такие слабые-то? Просто с двух ударов. Смотри. Вообще пипец. Такое ощущение, как будто здесь, знаете, там был небольшая корреляция с уровнем, с твоим. Идет. А здесь, вот эта финальная фаза, здесь они, ну, определенного уровня зашиты. Чтобы даже если ты немножко не прокачался, то тебе сложно, например, было. Не знаю, что-нибудь типа такого, потому что они что-то уже совсем улетают. Вообще какой-то бред, смотри. Вообще просто в хлам. У меня урон уже никакого бафа нет, самое. Не добавилось. Когда появилось войско Гетфлоу, мы почувствовали разлагающееся влияние Тирнак. Только такая сила, как она, могла отравить разум таких бессмертных созданий, как феи. Его нужно остановить. А, все-таки она говорит. Блин, ее с трепотней вместе, так не поймешь, чё, где она говорит, где нет. Надо бы повнимательнее. Если бы тебе не удалось остановить Тирнак, она бы выбралась из своей тюрьмы с помощью своих пешек и превратила бы мило свою новую игрушку.
Тебе стоило попытаться, даже несмотря на то, что ткачи судьбы говорили, что у тебя ничего не выйдет. И когда все они оказались правы. Это ведь не трепотня. Так. Ух ты. Фига себе, это мне урон нанесло бы. Ух ты. Вы тоже все слабенькие? Обалдеть, посмотри, говно какое. Вот такая. А может специально здесь послабже сделали, чтобы типа, знаете... Когда я нашла тебя в Долентаре, когда я увидела, что тебе удалось воскреснуть, я не знала, помнишь ли ты что-нибудь? Я не была уверена, что ты не выдашь наши тайны. Слушайте. А что-то она такое говорит-то? Ну-ка. Я даже подумала о том, чтобы тебя убить. Ничего личного, но на моем месте тебе пришлось бы действовать точно так же. Но потом я увидела, как смерть изменила тебя. Я увидела новую силу, которая у тебя появилась. И я видела, как ты можешь принести пользу. Блин, ну что уж разговором было бы, чем вот это с драками. И вот, а давайте главный сюжет. Главный сюжет, давайте вот этот твист мы запихнем просто, она будет болтать. Что даже когда в драках ты можешь этого не заметить. Давайте, это гениально, всю игру была обычная болтовня. А тут давайте прям вот по пути она будет рассказывать. Самый главный игровой твист, блин. Нормально вообще, блин. Вот это столопы, конечно, разрабы, дебилы. Просто ужас. Самое тупое решение. Которое только могли придумать, а. Я сейчас только запомню. И особенно трепотню вот эту вот еще. Черт возьми. Хрен просышь. Вот она говорит или это трепотня, блин. Пипец, у меня тут все взрывается в ушах, я ни черта не слышу. Еще все по-английски-то, ладно, знаете, хотя бы можно было бы как-то на слух с этим, если было бы, например, по-русски локализовано. На английском вообще ни черта, они вообще не подумали об этой фигне. Да, конечно, кретины. Она, может, сейчас тут уже что-то рассказала там, что какие-то наши тайны. Какие наши тайны, я ни черта не помню. Блин, во. Когда я увидела, что ты можешь изменять судьбу, я поняла, что ты наш единственный шанс. Поэтому я помогла тебе выполнять задание, остановить Тирнак. Даже если ты ни о чем не помнишь. О чем помнишь, ты скажи мне. Но со временем я поняла, что ты уже не тот мужчина, которым был до твоей смерти. Ты стал чем-то большим. Ты перестал быть тем бессердечным командиром, которого я знала. Ага. Блин, ну ты... Разрабы, конечно, болваны, остолопы тупорылые. Вот сейчас я возьму, она начнет что-нибудь говорить, и трепотня, это будет трепотня или нет? Блин, вот это да. И вот это вот, сразу две трепотни рядом. Обалденно, ну пошел ты в жопу, всё равно слушать не буду. Всё, наконец. Потери навыков? Еще и этой. О, нифига себе. Of a blissful void across the world. It is not the will of own, but against nature. А давно мы Погружались, интересно. You, the Deathbringer. Так, обучение завершено, обалденно. 12. Быстрое сохранение. 75 минут. Нет, спасибо. О, боже. А тебе что-то там. Ладно, фиксим с такими навыками, побежим. Я думаю, что босса завалить нам хватит. А гранки ко мне. Ооо, мужики, здорово. Вот это кайф. Да дайте мне зарубить вас всех. Так. Подожди, там что-то еще поломано было в говно. Поги психа. Он потерпит. Да. В прошлый раз тебе было предназначено умереть, на этот раз твое предназначение в твоих руках. Блин, я походу много пропустил уже. От ее трепотни. Блин, разработчики болваны тупорылые. Зачем они это сделали? Я половину ребят пропустил. Я думал, это трепотня. Я даже не знаю, кто, но я, из того, что я услышал, Эллен Шир была, типа, со мной, наемницей, со мной, ну, со мной в отряде.
Вот, и я был ее командиром, походу. И был командиром, скажем так, злобным, типа, да. И она хотела меня завалить, что я слишком злобный. Вот, но после смерти я, типа, стал добряком. Это, типа, такого я понял. А если бы мы отыгрывали мерзавца бы, она бы тоже так сказала? Это вообще как-то влияет? То есть, получается, карма все-таки работает тут? В общем, что-то непонятно. В общем, пока непонятно. Давай еще что-нибудь порассказывай. О, теперь у нас есть шанс завершить наше задание. Давай покончим с Гетфлоу, пока его старание Митирнак не проникло в этот мир. Все равно это Элинширка, это подозрительная, блин. О, 46, смотрите, обалдеть. Давай это пока так взломывать. Офигеть. Так, вот он, все. Красота, просто красотища. Зимний двор. Ну-ка давай. Наверное, нам не просто переварить все это одним махом, но я хотела, чтобы тебе было ясно, кто ты и что от тебя требует. Да я половину прослушал. Многое изменилось с того прошлого визита сюда. На этот раз мы все будет не так просто, а в прошлый раз это убило тебя. Что такое Тирна? Она создание невероятной силы дракон, но она не просто какая-то там ящерица из сказок. Она по силе она равна богам. Она равна. Тысячу лет назад древние альфары запечатали ее в эмитине между этим миром и миром магии, и там она сошла с ума. И когда со временем печати стали слабеть, она смогла искусить Гетфлоу, чтобы тот помог ей накопить достаточно силы освободиться. А если она полностью освободится, это будет означать конец всей смертной жизни. Тирна будет мстить за десятки тысяч лет ее заточения. Вот почему тогда люди, как ты, такие люди, как ты, посвятили свои жизни тому, чтобы никто в мире не узнал о Тирнак. Кем я была? Вот кем я была? Мы должны были скрывать тайну Тирнак от всего мира. Любой, кто узнавал о ней слишком много, должен был умереть. О, нифига себе. Но когда Гетфлоу нашел ее, именно ты вызвался убить его и снова запечатать Тирнак, даже несмотря на то, что сама судьба предрекла тебе неудачу. А, мы типа какой-то культ, да? Мы использовали все возможные уловки, чтобы привести тебя сюда в первый раз, но тебе все равно... Ну, я не знаю, твое воскрешение спланировано тобой, но я, зная тебя, я бы не сильно удивилась. Офигеть! То есть мы в какой-то отряде были, который, этот Тирнак, да, защищали, чтобы она, никто про нее не узнал. Типа наемные убийцы, да? Офигеть! Что будет, когда Гетфлоу умрет? Все, кто знает правду о Тирнак, умрут, и Тирнак снова будет скована навеки, и мы сможем вернуться к своим обязанностям и будем хранить этот секрет. Фига, прикольно. При условии, что именно к этой жизни ты захочешь вернуться, но если ты откажешься, мне придется позаботиться о том, чтобы никто не услышал от тебя правду о Тирнак. Конечно, я бы предпочел, чтобы этого не дошло, но тебе было бы пришлось сделать то же самое. О, подкатим? Кажется, я тебе нравлюсь. А, у меня есть куча более важных дел, чем думать о любви. Да, и у тебя тоже. Но я доверяю тебе судьбу моего мира, и пусть эти слова не заставят трепетать твое сердце, но это нужно сделать. Иди вперед, я буду держаться за тобой. Так, блин, сохраниться. Держаться за мной. Ёкарный бабай. Ну, погнали. Ща завалим, пацаны. Она за мной. Так, это судьба у нас накоплена. Так, где этот столб? Ты не понимаешь, да? Сила Тирнак приписала судьбу этого мира. Да возвращайся в могилу. Ой, сколько вас. А, тут слабаки, да? Так, ну, я так понимаю, можно ряпнуть. Фига себе. Я где? Можно меня показать, чтобы вот когда вот... Чё? А чё бить-то нельзя? Что за новое? Новое. Нельзя, оказывается, сбить, блин, пипец. Елиншир куда-то пропала. Блин, тупая игра. Чё за дерьмо? Где я? Вот это дебилизм. Да-да-да, я понял. Лучше тебе сдаться прямо сейчас. Да-да-да, все, теперь внимание. Теперь я весь внимание. Так, давайте-ка мы вот так вот сейчас сделаем. Так, вот это, да, у нас?
А по максимуму сейчас нести, ему пронести. Фига себе, Last Boss. Ребята, Last Boss просто пропал нахрен. Бедняга. Офигеть. Last Boss просто попал. Иллюзия, что-то здесь не так. Где же прячется Гетфлоу? Если Гетфлоу здесь нет, значит он наверняка прячется под землей. Где-нибудь поближе к источнику Призмера. А, ну понятно. Ближе к Тирнак? Мне показалось, что все слишком легко. Знаешь, не нужно пытаться произвести на меня впечатление. Уже не нужно. Кроме того, у нас мало времени. Какую бы сделку Гетфлоу не заключил с Тирнак, скоро наступит расплата. И когда это случится, мир содрогнется от ее ярости. Аметин. В самом сердце Алабастры находится бывший город темных фей, Байл. Под дворцом Зимнего Короля есть еще Аметин. Это место обладает огромной силой, и именно там заключена Тирнак, и там тебя и нашла твоя смерть. Может, это я Тирнак? Черт возьми, вот это интрига. Гетфлоу. Каким-то образом Гетфлоу нашел способ связаться с Тирнак, или, возможно, ей удалось найти его извращенный разум. Найти. Она предложила ему силы, и с ее помощью он создал Туата. Неудивительно, что Гетфлоу считает ее богом. Мое прошлое. Но мы двое должны были скрывать тайну Тирнак от всего мира. Любой, кто узнавал о ней слишком много, должен был умереть. Но когда Гетфлоу нашел ее, именно ты вызвался убить его и снова запечатать Тирнак. Но даже несмотря на то, что сама судьба предрекла тебе неудачу. Мы использовали все возможное, чтобы перевести тебя сюда в первый раз, но тебе все равно было суждено умереть. Не знаю, было ли твое воскрешение спланировано, но меня бы это не удивило. Так, это мы все услышали. Тирна. Интриньо был прав, Тирнах не бог, но у нее не меньше силы, и она не менее опасна для мира, чем какой-нибудь темный бог. Благодаря ее силе Гетфлоу Шида превратился в полководца, а взамен ее армия представит ей возможность проникнуть в мир и поглотить его. Ага. Теперь Тирнак? Она заточена глубоко в Аметине, но война, развязанная Гетфлоу, ослабила ее путы. Нам нельзя медлить, если она освободится, нашему миру конец. Что-то какая-то она подозрительная. Я дай хоть посидеть тут. Даже посидеть не дали, даже возможности, представляете? Ну это вот уже просто, не знаю. Это просто издевательство. Не присесть на этот самый, на трон своего врага. Это же прям... Должно быть, прям очевидно быть. Обалдеть. Блин, ой-ой-ой. Нам, короче, надо бы этот, наверное, сгонять все, продаться, починиться, полечиться. Наверное, так сделаем. А в следующей серии сделаем... драку, наверное, вот так вот сделаем. Потому что, в принципе, сейчас немножко у нас уже записано. Я вот немного записал, но вроде как, не знаю сколько. Короче, там в день был промежуток, поэтому... Поэтому. Так. Я посмотрим. Так, тут вроде как все собрал. Тирнак заключена в глубине Аметина, на стены ее тюрьмы слабеют с каждой секунды. А, уже секундой! Поняли? Вот так-то. Уже слабеют с каждой секундой. Бохрен, что я тут 115 серий бегал по миру, там еще мог бы там все дополнение, ну эти два острова пройти. Это нормально. А сейчас вот только зашли сюда, сразу с каждой секундой. Видите ли? Обалдеть. Я чувствую, что ты снова здесь. Жизнь бурлит тебе, и судьба тоже. Что ты мне несешь? Так, это кто говорит? Это Тирнак, да? Мне, к сожалению, очень тихо сделан голос. Господи, боже мой. А кто там? Драка какая-то? А, это Аметин, да? Проход. Ладно, ребяшки, давайте в Аметин мы пойдем уже в следующей серии. Вот, потому что я не знаю, насколько там битва будет. Вот, а серию уже, наверное, пора заканчивать. Вот. И сейчас я тогда не на запись сгоняю, все продамся, вот, и вылечусь, вот это дерьмо вылечу, и банок, наверное, еще наделаю, вот, чтобы у нас там драка была эпическая. Вот, и все тогда на этом, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки, и увидимся уже в следующей серии, всем доброго, друзья, всем самого хорошего, и всем пока.